Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов вернулся с Международного инвестиционного форума «Сочи-2014». О его результатах он рассказал сегодня журналистам. В ходе мероприятия был подписан ряд важных соглашений. В частности, Ярославская область договорилась о сотрудничестве с Внешэкономбанком. Организация будет участвовать в финансировании таких проектов, как «Волщажниково» и «Золотое кольцо». Удалось заключить соглашение с Минпромторгом. Документ предусматривает господдержку промышленности в регионе. Ожидается также, что в ближайшее время нашу область посетит и сам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Еще одно соглашение касается развития рынка газомоторного топлива. Проходило в Сочи и заседание рейтингового комитета по инвестиционному климату. Его результаты должны быть известны к концу года. Как предполагает губернатор, Ярославская область окажется среди лидирующих регионов. Ярославская область на правильном пути и по яйцу, и по весу, и по мясу птицы, и по молоку. И сейчас будем осваивать вместе с компанией «Агриволга» новое направление – это мясное животноводство. То есть здесь мы тоже понимаем рынок, понимаем запросы, и тем более рынок Москвы, он очень благоприятный для Ярославского региона. Я думаю, все эти возможности, ниши, которые открылись, мы сможем успешно заместить.